эксцентриссимо. Российская глубинка удивляет ценами на жилье весь мир. Футбольным фанатам этим летом придется снимать советские интерьеры в Саранске по стоимости люксов Парижа. Но самый дорогой в мире гостиничный номер по-прежнему не у нас. В Женеве нашлись апартаменты, где ночь стоит 5 миллионов рублей. С небольшой доплатой, без футбола, без русской экзотики, зато с видом на Альпы и Женевское озеро. Штаб-квартира ООН в нескольких минутах ходьбы, если понадобится. А если воды за окном не хватит, есть личный бассейн на террасе. Встретит постояльца личный же дворецкий. Проведет экскурсию по всем 12 комнатам. Покажет столовую на 26 персон и познакомит с шеф-поваром. Богатые бывают очень разносторонними. Так что помимо джакузи и спортзала, придется заглянуть в специальную комнату, где стоит рояль, и в библиотеку. В рекламе сказано, что номер этот посещали Билл Клинтон, Майкл Джексон, Билл Гейтс и Тони Блэр. Решились ли они там остановиться? Неизвестно. Эксцентриссимо.